Производим установку заднего сальника коленвала на двигатель 2.2 Freelander следующим образом. Для этого берется специнструмент, устанавливается, позиционируется по шпонке. Двумя болтами мы закрепляем данную конструкцию. Посадочное место под сальник не сверху здесь, а именно внутри. Мы все почистили. Остальная чистка будет после установки сальника. Далее мы берем сам сальник. Он находится вот на такой белой оправке. Одеваем его на направляющую, которую мы только что присоединили. Так, снимаем направляющую одну. Так. И дальше при помощи вот такой вот специальной оправки, которая, значит, позиционирует наш сальник ровно на ту глубину, насколько нам необходимо, как рекомендует завод-изготовитель. Вот. Делается вот следующим образом. Путем простого подтягивания винта у нас идет его запрессовка. Со стороны можем это дело наблюдать. После легкого упора, это чувствуется рукой, там, значит, сильного нажатия нам не нужно, мы понимаем, что оправка уперлась в поверхность, ну и нам больше не требуется дальнейшая его усадка. Он сидит на месте. Откручиваем болт. Снимаем оправочку. Сальник у нас сидит как положено. Для чего мы это все показали, сняли? Что даже такая банальная тема, как замена сальника коленвала, требует использования специального инструмента. В большинстве сервисов его меняют без этого специального инструмента. Именно поэтому очень высока вероятность отказа, сальник начинает течь. Правильно. И вот именно используя такой специальный инструмент, ставит его как надо на правильную глубину и не закусывает его, и не создает каких-то проблем. Перекосов. Самое главное, перекосов. Большинство очень многие, как меняют, вот так вот банально руками вставляют? Вставляют руками, начинают всем, чем, так скажем, не попадя, подбивать его, пытаясь соблюсти глубину посадки. Ну, затем кто-то штангенциркулем вымеряет, как-то меряет, кто-то на глаз, как бы, у всех разное. У нас, как бы, есть специальное приспособление. Склад. Так скажем, посадили, мы 100% уверены, что он стал так, как нужно. Да, и глубина, и ось его, так скажем, ну все полностью. Теперь резюмируем. Мы не тут не умничаем, но просто очень важно элементарные вещи делать специализированный сервис, у которых есть именно в первую очередь знания, понимание, как это делать, и необходимый специнструмент. И даже вот такие мелкие, казалось бы, такие вроде не особо умные железячки, они делают ремонт более качественным и с очень низкой вероятностью на какой-либо повтор, либо отказ. Проблема с этой сальником установки заключается в том, что сальник очень большого диаметра изначально. И посадить туда его правильно на нужный... Он начинает в плоскостях плавать. Да, он начинает очень здорово. Потому что когда речь о маленьком сальнике идет, это еще небольшая проблема. Да, да. А вот так как сальник вот такой большущий, то здесь уже очень нужна эта приспособленность.